Привет, мои дорогие! Признаюсь, что съемка сегодняшнего видео доставляет мне просто несказанное удовольствие, потому что тема маникюра и тема лаков для ногтей одна из самых любимых мною. И я уверена, что если даже кто-то из вас не фанатеет от маникюра, лето — это как раз то время года, когда хочется приобрести себе что-то невероятное, что-то яркое, что-то солнечное и даже, возможно, вызывающее. Это видео я делаю совместно с замечательным блогером Юлей, Юлианка 1981. Я уверена, что вы все ее знаете и все ее любите. В информационном боксе есть ссылка на ее видео, и у вас есть возможность посмотреть, какие же оттенки лаков Юля предпочитает носить летом. Итак, начну я с лака от Буржуа. Хочу напомнить, что название марки, линейки и оттенка вы найдете под видео. Итак, лаки от Буржуа одни из самых любимых для меня. Меня устраивает все практически в этих лаках. Мне нравится их качество, мне нравится то, как они наносится на ногти, причем любая из тех линеек, которые существуют у марки Буржуа. И еще мне очень нравится, что они всегда, как любая уважающая себя марка, находятся в тренде, всегда все оттенки современные, все оттенки в каких-то новых тенденциях, поэтому за это я их действительно уважаю. Итак, оттенок номер 16, это просто поразительно насыщенный цвет, кораллово-красный. Это как раз тот оттенок, который я могу носить только летом, потому что он просто необычайно яркий. Как я и сказала, лаки Буржуа меня всегда радуют своим качеством. Он идеально накладывается, он очень красиво блестит, именно такой глянцевый блеск. Он очень долго держится, у него несколько неудобная для меня кисточка, она такая скошенная. Я не знаю, что этим хотел сказать производитель, я, честно говоря, не увидела, что это как-то улучшило мой маникюр, по-моему, наоборот, только создало проблем. Вот. Но, тем не менее, во всем остальном лак очень хороший, оттенок просто потрясающей красоты, и он мне очень нравится. Итак, следующий лак — это лак от Maybelline, обновленная линейка Colorama. Это первый мой лак этой серии. Надо сказать, что вот эти оттенки сиренево-фиолетовый для меня носибельны в принципе круглый год, и круглый год я с удовольствием ими пользуюсь. Сегодня я делала вот такой двойной маникюр, и один из оттенков — это как раз Colorama 554. Как можете видеть, на ногтях он смотрится несколько более приглушенным, чем в упаковке, но, конечно же, это не делает его хуже. Вообще, качество лака мне вполне понравилось, они очень стойкие, они замечательно ровно накладываются, и даже какой-никакой имеется глянцевый блеск. Единственный минус, вот сегодня делала маникюр и поняла, что он уже начинает густеть, и густеет очень быстро, и это, конечно, не особо хорошо, но во всем остальном вполне себе неплохие лаки. Следующий мой летний любимец — это лак от Golden Rose. Вообще, вот эта линейка Rich Color, она меня очень радует, это, по-моему, уже шестой оттенок в моем арсенале. Это действительно очень качественные лаки, и вот эта линейка, она немножко подороже классической. Просто потрясающие оттенки, красиво смотрится на ногтях, очень равномерно наносится и долго держится, что еще надо. Вот, вот этот оттенок номер 26 как раз сегодня участвовал в моем дуэте, в моем маникюре, тоже, как можете видеть, красиво смотрится, он очень яркий, и действительно мне нравится его комбинировать, мне нравится носить его моно, скажем так. Вот масса разнообразных вариантов, говоря короче, замечательный лак. Ну, еще один лак из этой же коллекции — это оттенок номер 13, как раз тот цвет, который я могу носить только летом, потому что он настолько яркий, насыщенный. Я подозреваю, что камера будет передавать его как красный, но на самом деле это глубокий насыщенный оттенок пиона, какой-то с малиновым немножко и такой холодной гаммой, немножко даже в сиреневый уходит, но видно это только при солнечном освещении. Очень красивый, очень насыщенный, очень летний, и я его с большим удовольствием ношу. Ну, еще один летний любимец, о котором я уже не раз вам рассказывала, но думаю, стоит о нем еще раз упомянуть, ну, хотя бы потому, что тема видео обязывает. Это гелевый лак от L'Oréal в оттенке 616. Для меня самый летний, прилетний оттенок, и носить я его и видеть на себе могу только летом. Очень красивый, глубокий, чистый оттенок, цвет морской волны. Действительно, просто безумно красиво смотрится и для маникюра, для педикюра его использую. Ну, а о качестве этого лака я уже, по-моему, тысячу раз говорила, оно выше всяких похвал. Ну, и мне осталось показать вам два летних оттенка. Это лаки от Sally Hansen, и приобретала я их еще в прошлом году, но до сих пор они остались для меня востребованы. И первый красавец — это вот такой персиковый, очень красивый оттенок номер 08. Этот оттенок востребован круглый год, я ношу его в любое время года, и
он мне очень-очень нравится. Иногда бывает, устаешь от этого многоцветия, на ногтях хочется чего-то спокойного и приглушенного, и тогда я использую вот этот лак. Он действительно очень красивый, он притягивает взгляд, он очень нежный и очень действительно украшает ваши ручки, что не говори. Единственное, что касается качества лака, чтобы его равномерно нанести, нужно действительно постараться. Он очень капризный, и два слоя как минимум надо наносить в любом случае. Еще совет, если вы хотите избежать каких-то полосок, обязательно просушивайте слои, и тогда он будет намного равномернее наноситься. Ну и последнее, это вот такой нежно-голубой оттенок номер 06. Действительно очень красивый, очень нежный оттенок. Цвет моря, цвет неба. Действительно летний такой цвет, который, опять же, я могу носить только летом. Есть небольшой нюанс, он украсит только загорелые ручки, потому что если белая кожа, то он будет смотреться очень тускло, очень блекло. Все-таки для его использования, я думаю, необходим загар. Вот это вся моя небольшая летняя коллекция. Лаков, конечно, значительно больше, но я собрала все-таки самые востребованные на летний период. Те, к которым у меня тянется рука, те, которые доставляют мне, использование которых доставляет мне действительно удовольствие, которые мне приятно видеть на своих ноготочках. Ну и по традиции, конечно же, вопрос к вам, мои дорогие девочки. Скажите, какими лаками вы любите пользоваться летом? Любите ли вы побаловать себя чем-нибудь ярким? Или, может быть, вы все-таки придержитесь каких-то классических оттенков, которым не изменяйте круглый год. И еще не забудьте, пожалуйста, пройти по ссылочке и посмотреть видео Юли, которая приготовила вам рассказ о том, какие оттенки летних лаков она предпочитает. На этом все. Спасибо вам огромное за просмотр видео. Всегда рада вас видеть и рада с вами пообщаться. До встречи. Пока!